Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Я все еще гриппую, я не знаю, когда выйдет это видео, но сейчас у нас 31 мая, я получила посылку от Эрмага, и сегодня в этом небольшом коротком видео, в этом небольшом лайфхаке я вам расскажу, что делать с посудомоечными машинами и вообще чем пользоваться. Тот порошок, который вы видите справа, это турецкий порошок. Я им пользовалась годами, ценник у него был небольшой. Ориентировочно 300, где-то 50-80 рублей килограмм. Но потом в торговом комплексе «Центр» на первом этаже, отдел налево, где я его всегда покупала, стало происходить что-то не то. То есть и люксовый порошок, и для посудомоек, как говорюсь, и вот этот обыкновенный турецкий, они стали стоить одинаково. Естественно, я начала брать люкс, потому что, ну что я как бы... А те, кто продавал, видимо, вообще не разбирались в этом. Ну, поскольку у нас рулит кризис, и сейчас я нашла килограмм за 170 на Эрмаге, ссылочку я оставлю внизу. Более того, если вы пройдете по ссылке, зарегистрируйтесь и подпишитесь, и станете пользователем, вы получите скидочку, назвав кодовое слово, когда вы сделаете большой-большой-большой заказ, не знаю, там, на многие тысячи рублей, и вы скажете кодовое слово «Ольга Швец», вы получаете автоматом скидку 10% на все, что вы возьмете. Естественно, лучше это делать, когда заказ большой. 10 на 10, тогда скидка будет целая 1000. Вот, поэтому, девочки и мальчики, возвращаемся к нашим баранам. Я совсем недавно выяснила, я же все время вот эти коробки выбрасывала. Оказывается, вот эта крышка, она просто банально откручивается. Вы берете вот такую канистрочку, берете вот такой вот мешочек, и сейчас мы с вами вместе прямо будем это делать. Ножницы я не нашла, поэтому мы вспарываем пакетик. Вот так я делаю иногда. Ножиком детям это делать не рекомендуется. Позовите взрослых. И пересыпаем это все вот сюда. И мы видим, как наполняется у нас вот эта наша чудесная карабулька. И наполняется она, кстати, очень нехило по сравнению с тем, сколько там всего. Ну, в общем, я взяла таких две. В воздухе полетел запах такой характерный. То есть масочку лучше одевать. У меня сейчас грипп, поэтому я как бы это в домике. Так, вот все. Теперь ориентировочно ближайшие несколько недель и, может быть, даже месяцев можно вообще не париться. Я читала отзывы, говорят, не очень хороший порошок, ля-ля-ля, жу-жу-жу. Я вообще насчет посудомойки могу, кстати, вам снять вообще отдельную историю, потому что в моем доме она с 2007 или даже 2006 года. Я выбрала ее такую классную, что она не ломается, потому что я ей правильно пользуюсь. А правильно пользоваться меня научил мой друг Петя. Для ангарчан, кто не в курсе, мой друг Петя построил в свое время, он занимался проектами кинотеатра «Мирамакс», клуба «Зодиак», был такой клуб «Победа». В общем, Петя как бы разбирается в технике, в электричестве и получше многих, кто ведет каналы на ютубе и что-то рекомендует про посудомойки. Поэтому, если вам интересен Петин опыт, я обязательно даже с ним встречусь, потому что моя посудомойка пока работает прекрасно и ломаться не собирается. Единственная замена, которую я произвела, это замена шланга. Потому что на будущий год посудомойке будет практически 10 лет. Шлангу пластмассовому уже пора за это время выйти из строя. Но я думаю, даже этой проблемы бы не было. Ну, в общем, ладно. Всем всего хорошего, пока, надеюсь, это было вам полезно и интересно. В общем, целую, обнимаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Давайте дружить и общаться, а тем, кто еще маленький и не смотрел фильм «Мюнхгаузен», советую почаще улыбаться, потому что самые идиотские вещи в мире делаются с серьезным выражением лица. Всем пока!